Маленькие волчата пока не готовы покидать укрытие. Они ждут, когда мать вернется с охоты. Лисенок дикого кабана – отличный выбор. Стадо уходит, но один молодой кабанчик остается. Кабан – опасный противник, даже если ему отроду не больше года. Но игру не на жизнь, а на смерть уже не остановить, и волчица не сдается. Молодой кабан готов защищаться, что есть сил. Он может тяжело ранить. Тогда жизнь волчицы и ее щенков окажется под угрозой. Но награда стоит того, чтобы пойти до конца. Кабан ищет укрытие в зарослях, и это его ошибка. Он загнал себя в угол.